Иосиф Стенглер написал такую книгу «Закат Европы». Сегодня это и происходит. Идет развал, идет деградация. Именно по этой причине развалился Рим. У них обучение мальчиков и девочек раздельные, поэтому там существуют все вот эти проблемы. Раньше за это сажали на кол, а в XIX веке их сажали в тюрьму. Сегодня это как бы изменилось, потому что каждый второй обладает вот этими странностями, которые нам, в общем, в России чужды.